Дяди, тети, здрасте. Сегодня у нас планшет пошел. Вот в таком вот состоянии. Вернее, он был нормальным, но полежал недельку и его вспучило. А сейчас открою, посмотрим, что там с батареей. Я забыл сказать, что вот эти вот планшеты. Те классные. Он открывается вот этот бортик сверху вставляется, пластмассовое что-то, я использую такой вот пластик, и открывается. И вот такая вот сдутая батарея у нас. Сейчас выпаяем ее, пока паяльник разогревается. Флюс у нас, флюс используем такой. Ну, то, что написано, не смывать. Не обязательно нужно смывать. Отправимся быстро. Вот такая вот вздутая батарея получилась. На сегодня с этим планшетом ничего не буду делать. Это так показал, что бывает с батареями. То есть он у них проработал полтора года. Принесли. Проблема была в том, что он не заряжается, но работает от сети. То есть только отключил питание от сети, то через время он начинает выключаться. Его пытаюсь запустить без подключения к сети, то он не реагирует. Или не начинает запускаться, и то в это же время его сразу выключается. Ну, так. А дальше сейчас там буду продолжать делать тот холодильник. Ну что, получается, днище холодильника сделал. Импровизированные ножки. Вот до такого вот тонкого листа приварены ножки. Вот толщина. Получается 0,5 полмиллиметра толщина. Ну, полуавтоматом вот этим вот своим я сварил его. Ну, не сварка, а тоже называется сралка. Потому что тяжело, он где-то прогорало. Но факт того, что оно сварено. Ножки держатся. Внутри на точки поставил. Здесь такие точки поделал. Ну, теперь как там? Корабли на воду, а мы спускаемся на землю. Даже не отломалось. Все, стоит холодильник уже на своих ногах. Вот здесь образец того, какое днище было. Проще на белое, наверное, бросить. То есть это было днище. Там двигатель. Вот такой вот. А эта часть, где дверца. Получается, эта дверца, ну, вот здесь была. Пришлось делать и зашляться тоже эту полочку. Ну, получилось. Сейчас еще сюда пластиковая плавоночка встанет. И навес сейчас буду вешать. Все, закончил собирать уже холодильник. Даже дверца закрывается. И она стала чуть выше. Я там на шайбочку поднял на одну. Вот сейчас еще зачистить все и закрасить. Вот так эта планочка стала.
проект холодильник можно считать завершенным. Кое-где попроваривал, точки поставил, ну и также попрокручивал. Все, сейчас зачищу, покрашу. Может быть, завтра что-то еще сниму, пойму, как покрашено. Ну все, на этом закончу я сегодня видео. Все, до следующих видео. Холодильник запустился уже, работает. Ну там кое-где дотрагивается тарахтит. Самое вот интересное, что этот холодильник у нас какого? 1977 года. Цена у него была в этот период 325 рублей. Точно, что. Все, завтра продолжение будет по нему.